К сожалению, федеральные телевизионные каналы не заметили юбилея замечательного американского кинорежиссера Стэнли Крамера. А ведь в своем «Корабле дураков» или в «Нюрнбергском процессе», да что говорит наш Михаил Ром в своем «Обыкновенном фашизме», обо всем рассказал, к чему приходит страна, где межнациональные конфликты решаются на уровне, так сказать, вот, создания боевых дружин, штурмовиков и так далее, и так далее. То есть куда приходит потом страна, история показывала, к сожалению, не раз. Это оплачено страшной кровью. Поэтому, конечно же, вот все, что сейчас происходит, без вмешательства, серьезнейшего вмешательства государства, может превратить нашу страну в Германию 1933 года.